Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сыграем каточку в Enlisted. Это у нас получается игрулечка, в которой переработали графику. 2 года назад ее часто стримили. Стримили и Куплинов, там и всякие разные ребятки, большие каналы, да? И мы сегодня с вами рубанем катку. Немного я уже тут каточек наиграл. 19 каток, 1180 убийств винтовкой получилось. Сегодня же я с утра сыграл катку, у меня получилось сделать 146 убийств, или 148, по-моему, было. Что-то типа того. Игра прикольная, игра как по типу войнушки просто, да? На флагах там появляешься, ставишь точки спавна радистам. Люди другие, кто радистами играют. Получается, тебе дают отряд, то есть ты играешь отрядом, ты его водишь. Это все боты, на которых ты можешь после смерти переключаться. Ты можешь переключаться на них. Вот у меня есть снайпер прицелом хороший. Я играю в основном им, да? И вот тут я еще поставил чувачка с ппшкой. Зажимательными пухами у нас появятся персонажики чуть позднее. Это у нас будет на 10 уровне. И меня, походу, закидывает не в начале катки. Нет, в начале. А как уже захват точек идет, я не могу понять. Игра прикольная, игра классная. Чуваки тут всякое орут, там за родину, вот такое. Прикольно. Прикольная игра, нравится, игра классная. Так, мимо. Ой, меня от кого-то шлепнули, я понял. Я понял, классно, здорово. Не забывайте ставить лайки, писать, нравится ли вам игрулечка. Можем иногда вот так контент разбавлять фермерский такой игрушкой, пока ферму, да, с вами проходим. Так, вижу, там челик стоит на углу, молотов ему даем и уходим резко. Так, мы захватываем. Так, здесь он не будет, да, заходить. Смотрим, из двери выйдем вот так вот. Так, мне бы еще нужно бы кнопочку присесть назначить, потому что у меня я тут буковку С запутался и сделал не то, короче, на буковку С. На буковку С у нас сейчас что с вами стоит? У нас стоит разворот, поворот. Я вообще что-то ни в кого попасть не могу, капец. Что такое? Ой-ой-ой, меня убили. Короче, у меня на буковку С стоит какая-то шляпа. Шняга какая-то. И это очень плохо. Надо будет, когда я буду в лобби, поменять управление. Вот, тут можно ложиться, можно сидеть также. Прикольная игрулечка, не знаю, игра причем бесплатная, кстати. Кому нравится, может скачивать. Не реклама, в описании ссылок нет. Просто в гугле пишите и через Engine скачивается игрулечка. Вот. Может быть, вам такая игрулечка зайдет, будем по такой видосике записывать с вами. Что, да кто? Так, можно поднимать оружие чужое. Что-то мы подняли. Это МПшка. МПшки еще не стрелял, прикольно. Сейчас помочимся, попробуем. Помочимся. Так звучит, конечно. Так, пошел захват. Захватываем точку. Ну не только килы важно в игре делать, важно еще и захватывать точки, да? Так, наши пацаны пусть захватывают, давайте им здесь скажем находиться. Это на которых я могу переключаться. Короче, много игроков. Много игроков. И также боты с тобой бегают. Все, что вот здесь вот я на тап нажимаю, это все игроки. И у каждого вот такие вот ботики с ними бегают. Вот это был игрок. Вот он меня вот так вот сейчас вот прикольненько хлопнул. Но я точку прикрываю. Я молодец, короче. Делаю полезное, получается. Вот так мы лежим. Что-то делаем рукой странные какие-то движения. Да блин, я только появился. Ну что такое? Так, ну вот сейчас я сыграю радиста. Можно будет поставить точку, да? Какое-то воскрешение. Мы, наверное, возле Би где-то поставим. Чтобы бишечку быстро захватывать. Вот так вот вылазим. Но мне нравится еще то, что здесь можно лежа спокойно ползать, тебя нихера никто вообще не тронет. Давайте где-то вот здесь, наверное, точку забабахаем. Мы захватили все точки.
Сейчас построим. Блин, какая-то неудачная катка, маловато килов. Если что, попробуем две точки. Две каточки. Две каточки вставить. Так, есть дорогой. Прилег там. Я в прошлой... перед прошлой смертью неправильно сделал кое-что. И оружие, короче, поменял не на то, которое надо было. Так, есть дорогой. Так, там кто-то сидит в какой-то пушке или это... танк ли вообще какой-то, не знаю. Да, ляжем, перезарядимся сейчас. А чё? А, я не туда нажимаю, понял. На ходу не кидается граната, когда быстро бежишь. Не перезаряжается. Да, там танк стоит. Танк можно взорвать. Нужна типа С4 что-то. Что-то такое нужно. Очень медленно бегают персонажи. Можно чуть побыстрее бежать с ножом. Так, прокрадываемся сюда. Даем молотов сюда. Да блин, он меня перестрелял. Да, я понял. Ну-ка, может, его убьет кто-нибудь? Блин, никто не хочет помочь запушить, типа, сюда прийти. Понял, классно, здорово. Классно, здорово, замечательно. Так, сейчас пойдем тогда где-то там сядем, на вагон на какую-то, может, залезем. И попробуем со снайпы их поснимать всех. Будем какую-то тактику мутить свою, получается. Получается, будет у нас какая-то своя тактика. Нет, на вагон тут не запрыгивается. Идем, значит, дальше. Да чего ура-то, мы проигрываем? Что ты кричишь? Ура, говорит. А тут уже никого нет, да? А, там уже наши захватывают. Там наши зашли на точку и нашего опять убили. Пока синим мигало, значит, зашел на точку кто-то. Еще есть такая штука, вот так вот бить, короче, прикладом. Надо сделать на другую кнопку. Так, наш бежит. А противника не видно, да? Давайте эту комнату хаешку закинем. Тут просто никого нет. Просто не шел захват. Сейчас он только начинает идти. Я, получается, захватываю, да? Так вот, пришли пацаны. Давайте им позицию дадим, чтобы они захватывали. Ботики. А мы пойдем делать полезные дела, да? Еще одного щелкнул. И меня танк, да, убивает опять. Класс. А нет, это был не танк. Это был не танк. Захватили точку. У нас все три точки захвачено. Я говорю, проигрываем. У нас все хорошо. Единственное, что чуваки настреливают киллы, походу, из соседней команды, хотя у них 21 килл максимум. Они настреливают киллы, а мы, да, стреляемся, бегаем. А мы, точнее, захватываем точки, наоборот. Ай-яй-яй. Нихера, сколько народу забежало. Успел кинуть молотов, отлично. Горите все. Это боты стоят, видите, тупят. Но они, если их упор подпустить, они запикивают прям очень быстро. У него пуха нормальная. Опа. Вот это мы сейчас пойдем киллы, походу, настреливать. Вот и наше время пришло. Настреливать киллы. Блин, пулемет это вообще классно, но нужно 10 уровень получить. 10 уровень это очень много.
Ой-ка, у него дача, это что такое? Еще двоих забрал, прикиньте. Удерживаем, я не знаю просто как присесть, у меня только лечь. Слушайте, если сюда залезть, просто тут сидеть и кемперить. Ой-ой-ой, а уже зашли. Капец, я сижу без наушников, ничего не слышу вообще. Так, надо, короче, нам. Радистом мы играть не можем. Ну давайте опять туда же и опять на точку А пойдем. Что-то они на точку А часто зарятся, а на другие точки вообще не ходят. Это как-то немного странненько. Мне понравилась карта, где я сегодня играл. Там, короче, в начале катки ты сидишь за пулеметами. И получается, немцы должны пушить наоборот. Вот их класс должен пушить. И они на тебя залетают? А ты всех убиваешь. Я там капец сколько киллов нашил. Я прям чувствовал, что будет много, и пожалел, что запись сразу не включил. Но я нормально тут наубивал, кстати. Мы проиграли? Не понял. Победа. Нет, мы хорошо играли эту катку. Но я в основном тут захватывал, а не киллы настреливал. Так что сейчас попробуем еще одну рубануть каточку. У нас появился радист. Что делает радист, я не знаю. Может, какую-то информацию дает, какие-то метки, может, с воздуха ставит. Но мы радиста не будем себе ставить. Зачем он нам? Нам бы пулеметчик, а вот пулеметчик — это стрелковый полк. Стрелковая дивизия. Бронебойщик. Ну, то есть он танки, да, легко должен взрывать. У него типа каких-то ракетниц. А вот 10 уровень — это уже стрелковый полк-пулеметчик. Вот это уже классненько. Так, ну прокачивать я сейчас никого не буду. Поехали сразу следующую. Так, вот мы появляемся. И вот это уже что-то похожее, кстати. Вот оно, походу. Когда можно сесть за пушку, но уже пацаны сели. Я не понимаю, как это работает. Да, вот сейчас пойдут киллы, ребятки. Сейчас пойдут киллы. Дайте пулеметик. Средний. Тут чел уже лежит, отдыхает. Главное сильно не перегревать пулемет. Сильно много не зажимать, да? Пострелял. Перестал. Сдохни уже, говорит. Пацаны все пушки позанимали. Не пуха, это имба, только единственное, что тут, да, с гранатами, когда чуваки приходят, это все, это ГГ. Это GG. Вот как надо прокачивать персонажика. Вот, пошли кильчики. Блин, как же хреново их видно, капец. Присоединяйтесь, ребятки, к нашему каналчику, подписывайтесь колокольчиком. Проходим разные игрулечки, охренеть, сколько взрывов просто. Подписывайтесь колокольчиком, заходите в плейлисты и смотрите прохождение. В данный момент мы пока что с вами Farming Simulator 22 проходим, да? И вот такие шутерганчики можно иногда записывать. Ой, уже выстрелил что-то. У нас уже 19 киллов, мы уже на первом месте. Это маловато, если честно. Мимо выстрелил. Блин, тяжеловато как-то в мушку, если честно, стрелять. Ура, говорит. Кричит тиммейт мой. И нас уже с пулемета с нашего же душат. Нормально.
Я понял. Сейчас ты постреляешь, дорогуша. Подожди, сейчас я к тебе с гранаточкой подойду. На, держи хаешечку. Куда ты побежал? Да блин, он на опережение стреляет, капец. Не, ну атака уже интересно начинается. 23 кило. И мне очень нравится здесь мясное место такое. Да, вот они, пулеметики. Единственное, я не понял, почему тиммейты появились раньше меня. Это дичь какая-то. Лайкосики, ребятки, ставьте, если вам каточки такие нравятся. Игра такая нравится. Прикольная игруля. Отдача дичайшая просто. Не, если я умею, допустим, в шутерах держать отдачу, то здесь это невозможно вообще. Меня хлопнули, я понял. Так, может, отползем и захиляемся? Чё киляться-то? 761 сверху на экране, это сколько всего войск у нас есть? То бишь, сколько у нас умирает и прочее. Все здесь показано, да? Ну, еще одного убил, хотя бы так. Нет, смосинки все равно топово. Ну, вот пулеметчик было бы неплохо, да, там. Хорошо прям идет на пулеметчиках. Пулемет очень быстро убивает. Но пулемет это как-то более ближний бой. Мосинка, она чик уронила сразу, чик уронила. Тычки. Мне бы сейчас танк бы вражеский. Подловить где-то. Я пытаюсь людей убивать именно, а не ботов. Я потому что немножечко уже начал различать, где боты, где люди. Которые долго сидят, стреляют. Значит, это по-любому челики. Но челиков, чтобы убить, это надо их еще как-то... Тут уже дым кинули, я не знаю, что я тут сижу. Я их бешу, видать, сильно. Это чужой сидит? А ты что тут сидишь? Какой-то интересный дядя. Надо его убить пойти. То ли это бот был, то ли это чел был. Он сидел и дядя видел, что ли, не понял? Да, ты чел, в наклоне сидит. Боты же не наклоняются, правильно? Мы сейчас тактику используем. Оп, крутанули пацана. Крутанули пацана. Он больше не наберет. О боже. Да куда стреляется? Ну это бот был. Кривой молотов немного. Я думаю, он нам поможет нашу тактику использовать. Тактика у нас работает. Как швейцарские часы. Ну что-то в этом моменте она как песочные сработала. Надо туда закинуть еще одну. Еще один флажок сейчас радистом сыграем. И мы там сможем резаться с вами. Такая тема. Илов мало, 42 кило. Ну как, мало не мало, ну блин. Ну что-то маловато. Да вон она сидит, блин, в наклоне, вонючка. Ну что вы тут, пацаны, все столпили, серьезно? Там точку, походу, сейчас с вами не дадут поставить, слушайте. Сейчас немножечко проползем. Да, вижу, вижу, бежит. Лови. Там танк едет, ё-моё. Вражеский танчик, прикиньте.
Это что, все танки, что ли? А, меня тыкнули нормально. Понял. Понял, хорошо. Хорошо, понял. Блин, мне кажется, тут на танке имба ездить, кстати. Я вот на танках особо-то не гонял. На танках, на самолетиках тут можно гонять. Господа. Наверное, по дороге поедем, чтобы ни в чё сильно не врезаться. Потому что тут обзор вообще ограничен очень. Танка-то такая тупость. Давай, давай, езжай, езжай, езжай. Блин, сейчас бы туда на поле выехать, это бы была вообще имба. Мы бы столько киллов нащелкали с танка. Это бы было просто вау. Столько убийств можно наделать. Нам, наверное, туда невозможно будет, да, сейчас выехать. Смотрите, сколько здесь всякой темы противотанковой стоит. Да, мы уже застреваем. Не, наверное, мы здесь с вами не выйдем, слушайте. Отсюда как бы видно людей, но плохо очень. Тут-то в основном наши бегают. Блин, я все равно хочу на танке пострелять, нихера себе. Я что, зря ехал? Потеряли пацана. Так, у нас есть два вида снарядов вот таких. И мы можем пойтиться против танка, да? Мы можем взорвать танк. Меня взорвали первым, понял? Ладно. Так, нам бы сейчас типа... А, да, понял. Блин, мы сейчас танк этот не взорвем, он сильно далеко. Нам бы сейчас типа с такой этой взрывчатой шнягой... Да, я понял. Я понял, я тут суюсь. Точный в голову. Да я хотел обойти их. Ну кто меня шлепнул? Меня добивают. Они какие-то тупенькие, если честно. Надо бы не добивать. Пора всех жечь. Этот готов. Мне интересно, вот эта граната пополняет? Штучка. Которая Патрике, да, дает? Ни хрена их тут. Вы чё, пацаны? Пацаны. Угомоните своих. Свой пыл. Остудите, пожалуйста. Не, она не пополняет хаешки. Это было бы слишком круто. Нет такой темы здесь. Ой-ой-ой. Ну чё, как вам войнушечка, пишите. Ой, меня зарезали, я понял. Прикольно. Так, надо радиста, срочно надо радиста. Не радиста, а кто он? Инженера, вот. Инженера, потому что нам нужны новые точки. Нам надо срочно ставить точки, и мы где-то, наверное, с вами в лесу поставим. Сейчас пробежим сюда. Поставим новую точку, потому что у нас точки заканчиваются. И это очень плохо. Так, за них очков нихера не дают, но зато... Зато мы выйдем на победу, возможно. С помощью этой точки. И нам это поможет одержать вверх, да? Давай, залазь. Залазь. Как это, свои сидят? Блин, классно бы было с каким-то пулеметом, да, в тыл врагу зайти. И херачиться, как бешеный волк, просто пес там, я не знаю. В смысле, ты не умер? Блин, ровно в чувака стреляешь, он не умирает. Я понял. Так, на горе, я думаю, лучше не надо стоять. Тут пацаны ползают, я на горе сижу. В наглую просто.
Так, ну вот я сейчас, будучи радистом, я бы мог... Я бы мог неплохо сыграть, да? Вот кто-то горит, видно, маркер белый, да, мигает? Да я понял, понял, я на их территорию зашел, все, меня хлопнули. Хлепнули меня, хлепнули. Так, сейчас появляемся на нашей же точке, которую мы поставили, и пойдем пулеметом херачиться. Ну, слушайте, видосик затяжной получается. Наверное, стоило плохую катку вырезать в начале видео. Просто. И оставить хорошую, более-менее сыгранную, да? Одну из двух. Ну да ладно. Чтобы вы поняли весь процесс игры, может, она вам тоже понравится. Игра довольно нетребовательная. Я не смотрел, если честно, что она там требует, но у меня 1060, ой, 2060 видяха, и ничего, вроде нормально работает. На ультрах, да? Сейчас я играю на средних, немножечко занизил что-то. Были какие-то мини-притормаживания иногда, но так в целом нормально оптимизировано. Да ё-моё. Кого-то убил. Меня откуда-то шлепнули, я даже не понял откуда. Вот мне бы сейчас снайпером, да, снайпером бы сейчас выйти на гору туда, из горы поработать. Блин, да как у меня кнопки нет присесть, я только ложусь. Ну ложиться так-то это вообще имба, ты так сливаешься со снегом, что капец. Иногда тебя челик убьет, его подсветит, ты думаешь, охренеть, откуда он там взялся вообще. Еба их тут сколько? Гранату срочно. Имба вообще, имба. Да как я только кацанул гранатой, капец. Блин, перезарядка. Блин, столько людей, столько киллов можно сделать, капец. Я мимо все стреляю, волнуюсь. Нельзя волноваться. Опять все мимо. Ты полегли, что ли? Он еще какой-то бегает, все, упал. Упал, пацанчик. Бедолага. Поткнулся. Давайте пулик возьмем. Да блин, убили, но я дурак, да. Зря пошел сближаться. Надо радистам пробраться в лес куда-то поближе к противнику, еще одну поставить вышку, если ее, конечно же, не сломают. Можно еще ломать. Ну, не радист, а инженер. Короче, инженер у инженера может ломать вышку. У нас, в принципе, вроде все захвачено, все хорошо. Да ну как ты успеваешь первым выстрелить? Я не верю. Не какая-то. Да я не понимаю, он меня перестреливает всегда. Куда сейчас должен забежать, по идее? Вот он, наверное. Тихо, 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 я хиляться. Можно менять оружие у персонажей. Одежду там через донат. Можно всякое-всякое-всякое делать. Отряды менять. Персонажей менять в отрядах. Внешность даже у них можно менять. Много чего можно делать, короче. В этом плане прикольно. Тема прокачки в игре есть. Убил? Убил? Да блин, ну я тут за деревом пытаюсь как-то вымансовать. Но игра настолько медленная, что тут особо типа мансишь. Блин, нам новые точки нужны. У нас уже нашу захватывают, эту базу основную. Кто там долбит? Так это наши? Игра не мочат.
Да не дадим, не дадим прорваться им. Так, молотов я прокинул, я там кого-то видел за танком. А я что, на точке нахожусь прям? Нихера я смелый парень. Да блин, нафиг я встал. Не знаю, куда киданул. Но вроде бы в людей. Да куда я стреляю? Да ё-моё, ну и Алёша же я, конечно. У нас сзади чел сидит. О боже мой. Просто о боже мой. Да откуда? Спите, божечки мои, божечки, кошечки, меня сейчас убьют, тихо. Вот их вообще не видно, вот он сидит в траве, вот увидь кого, вот, вот он бежит. Миночку им танковую, противотанковую. В смысле не попал, как не убил? Я не докинул ее. Ползал, хилялся. В ноке был. А вы что тут сидите, парни? Все нормально у вас? Не хотите как бы выйти помочь там? В тыл заходим. Смотрим. Хорошо, всех вроде забрали, да? Кто наших душит? Вот смотрите, как они ползают. Вон он. Его вообще не видно. Все. Конец каточки. Не забывайте, господа, ставить лайки, писать комментарии, что думаете насчет разбавления вот этими шутерами всякими. Чуть-чуть иногда играть. Мы на третьем месте по киллам, на четвертом даже, можно сказать. Не очень постреляли, но зато победу принесли в команду. Вот тут есть всякие способности. Ну, такие, не телепортация какая-то, да, а просто выносливость, скорость смены оружия. Там контузия уменьшается по времени, да. Всякое такое прочее. Спасибо всем, кто посмотрел. Урезать ничего не буду, значит, оставим как есть. 33 минуты видос. Что еще хотел сказать? Забыл, точнее сказать. Ссылочки в описании. Ссылочка на мой ВК. Можете подписываться, добавляться, писать в ЛС, в Телеграме, в беседу в нашу обязательно заходите. Не в беседу, а в канал. В канал ТГ. И ссылочка на донатик, конечно же, тоже там. Всем спасибо, всем пока, всем до завтрачка.